Предприятия городского округа Люберцы помогают Донбассу. Руководители и сотрудники производственных компаний не только участвуют в сборах гуманитарной помощи, но и поставляют в зону боевых действий свою продукцию. В их числе и представители завода «Вентум». Какую они выполняют благотворительную миссию, расскажем в следующем сюжете. Воздуховод, он входит в вентиляционную систему, которая в многоэтажные дома, строительные сооружения. Без этой важной детали невозможно построить ни одно здание. На предприятии по производству вентиляционного оборудования изготавливают 1000 квадратных метров изделий за одну смену. Очередную партию готовят к отправке в Донбасс. В разрушенных войной городах эта продукция точно пригодится. Выполнять гуманитарную миссию компании «Вентум» не впервой. Во время пандемии работа предприятия не останавливалась ни на день. Завод выпускал продукцию, необходимую для функционирования ковидных госпиталей, в том числе больницы в Коммунарке. Сейчас силы направлены на то, чтобы помочь восстановить инфраструктуру ДНР и ЛНР. Предприятие не оставило без внимания и беженцев, которым необходима поддержка здесь и сейчас. Мы постарались принять тоже активное участие в помощи. Прежде всего, это бытовыми товарами, различными там, чайниками, микроволновками, вещами первой необходимости, делая нашу продукцию, помогая производству нашей продукции, поставками нашей продукции. Мы знаем, что мы это делаем не просто так. Предприятие по производству вентиляционного оборудования и противопожарных клапанов работает уже более 12 лет. Последние 4 года оно расположено на территории индустриального парка «Малаховский». Сейчас руководство компании проводит активную работу по импортозамещению. На данный момент 90% сырья, которое используют в производстве, отечественное. Остальные 10% – это мелкие детали и комплектующие. В ближайшее время тоже заменят на российское. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.